скандал в детдоме города Рожище на Волыни. Его во время своего визита омбудсмен Людмила Денисова обнаружила следы побоев и крови на одежде у воспитанников. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке. По словам Денисовой, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства этого учреждения. Всего в приюте находятся 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Омбудсмен сообщила, что место, куда можно будет перевести детей, уже найдено.